праздник наступающий. Я бы хотел вам как бы пожелать хорошего здоровья, как бы без ДТП, и всегда, чтобы у вас настроение всегда все хорошо было. Акция проходила по улице Пионерской в 27-м микрорайоне. Такое мероприятие – это лишний повод напомнить о соблюдении правил безопасности на дороге. Инспектор дорожного движения останавливал автомобили, которым управляли женщины, не для того, чтобы штрафовать, а подарить тюльпаны и поздравить с наступающим праздником. Желаем всем женщинам хорошего, как бы, хорошего настроения, здоровья, счастья. И, конечно же, основное направление – это без ДТП, без травматизмов, и чтобы всегда все хорошо было на дороге. В разыгравшуюся метель автолюбителей на улицах города стало заметно меньше. Не все рискнули выезжать на дорогу в буран. Но среди смелых и уверенных, конечно же, нашлись и женщины, которым такое внимание автоинспекции было очень приятно. Спасибо большое за подарки, за то, что наша полиция старается ездить аккуратно, не нарушая, без нарушений, следить за дорогой. Я вожу уже очень много лет, у меня стаж большой, и сегодня очень было мне приятно получить такой подарок от сотрудников ГИБДД. Спасибо. Неожиданно. Спасибо, что вы о нас заботитесь. Мы, в свою очередь, тоже обещаем соблюдать правила. Акция направлена на соблюдение правил дорожного движения, соблюдение скоростного режима и касается всех водителей. Мария Кандаурова, Артем Артемьев, БРТ.